В разгар зимы оккупационная власть Крыма решила латать кровли. Жители аварийного общежития по улице Рубцова в Симферополе живут в постоянном страхе пожара. Центральное отопление отсутствует. Они греются обогревателями, на провода которых капает вода из дырявой крыши. С наступлением холодов, с падением снега участились случаи обращения граждан по поводу того, что кровли находятся в работе. Люди вызывают тревогу, у них опасения, что крыши протекут. Вот это наше отопление. Когда здесь нет света и когда на улице там температура низкая, вот это все бордовое, горят провода и летят искры. Поскольку у нас нет отопления и мы живем чисто на электричестве, и часто и густо перегорают провода. Активизировались зимой и дорожные службы оккупированного полуострова. Пользователи интернета обнародовали видео дорожных работ в Феодосии. Асфальт укладывают и днем, и ночью, и в снег, и в дождь.